Можно ли на плоскости расположить 1000 окружностей, чтобы каждые 2 из них касались друг друга? Можно ли на плоскости нарисовать 1000 окружностей, чтобы каждые 2 касались друг друга? 3 окружности. Каждый из которых касается другой, да. Каждый из которых касается другой. Да. Раз, два, три. Буду считать, да, что только в одной. Чтобы провести нам четвертую, мы можем провести ее только вот так вот. Да. И, соответственно, чтобы нарисовать пятую окружность, нам нужно, чтобы она пересекала вот эту вот... Ну, не получается. Да, как минимум, да, она будет касаться. Да, не получается. Раз, и два, что? Три раза. И что? Противоречие, и все. Или? То есть ответ какой? Нельзя. Нельзя. Ну, тебе надо нарисовать. Садись, садись. 1000 окружностей, чтобы каждая из них касалась каждой из остальных. Как мы можем нарисовать 1000, если мы можем даже 5 нарисовать? В том-то и проблема, что это вы не можете рисовать, а я могу. Очень легко. Можно смотреть еще одну. Через эту же точку перевести еще одну. И так. Угу. И поскольку вы трудолюбивая, то вы сейчас будете рисовать всю 1000. Понятно? А как это словами сказать, чтобы не рисовать всю 1000? Надо отметить на окружности одну точку и... И пусть все касаются этой точки. У вас не получалось, потому что вы хотели, чтобы конструкция была в разных точках. А можно даже просто, чтобы в одной точке все касались. И тогда все очевидно. Спасибо. Вы абсолютно правы.